Доброе утро. Смотрите, уже 4 этажа есть. По нашим меркам. По турецким 3. И здесь тоже молодцы. 7:30 утра, они уже работают. Эти сидят, как всегда, контролируют. Я вот залезла под это дерево. Ну, видите, желтые оборвали, а эти еще не доспели. Ну, что-то я сейчас найду чуть-чуть. Потому что так муж-мулу хочется, капец. Я ее обожаю. А вот желтенькие, смотрите, вижу. Вот же, знаете, я когда вот так рву что-то, я вспоминаю, у нас в детстве был сад большой в селе, и мы все время лазили на деревья, яблоки рвали. Это такое счастье вообще, вылазить на деревья, что-то рвать. И, конечно же, не мытым кушать. Это понятно, это даже никто не оговаривает. Видите, сколько у меня много? Да, это мужчина пришел и нагнул мне веточку, я достала. Так бы я, конечно, не достала столько, я только 2 достала желтеньких. Говорит, еще? Я говорю, нет, давай завтра. Эти съем, завтра еще приду. По вкуснотище там делают, а здесь магазин Сеслине. Если я правильно читаю, не знаю. Вот. Я когда-то смотрела, кстати, аккуратно очень шьют здесь. Посмотрим, что сейчас у них есть. Здравствуйте. Сколько такое платьишко? 200. Угу. Со скидкой она будет 160. 160. Это на все скидка? А, 20%? 20%. Ой, очень красивый цвет такой. Как это его называют? Ой, Юля. 220 лир. Пудра. Вот, пудра. Вот, 130 лир. Вот это тоже поярче цвет. Понежнее вот так. Да. Ну, не знаю, такая рубашка ковбойская, 109 лир. Так, оливковый цвет, да, 220. Штанишки по 80 лир. Помним, да? Ерли Юритим, местное производство. Просто мне такое чувство, что мы уже 100 лет с вами по магазинам не ходили. Нет, я имею в виду до того, Радивариус, вот я начала снимать, 80 лир. Ой, божечка. А было 300. Представляете? Нормальная скидка. У вас есть вот такое длинное, как у меня платье? Вот просто по мне и так длинное. Таких длинных нету до пола. Такие. Только по щиколотку, да? Да. Вот всюду сейчас по щиколотку почему-то. Жарко. Расцветка. 200 лир. А вот было 235, стало 100 лир. А вот это платьечко 260, но 20% скидка, тогда будет 208. Но оно не в пол. Я одно нашла платье в пол, сейчас буду мерить. Вот. 200 лир. Ну тоже сразу 20% отнимайте. А, оно вот так идет. А нет, сразу правильно, снизу идет тоже. Вот это то, что мы не в витрине видели, 200 лир, просто другая расцветка. И вот еще, типа длинная, но по щиколотку оно. 260, значит будет 208. Вот кофточка, 140, это шифон. Оливковая, 240. Ну оно, вот кажется, что теплое, но оно не теплое, нет. Оно тоненькое, очень даже тоненькое. Просто что с длинным рукавом, это разве что сейчас. Ой, смотрите, белое какое прикольное. 35 лир. А это 70 лир. Это видно с штанишками, да. Вот я попробовала это платьечко с желтым цветом, да. Там еще синее оно было. Но надо на каблуках. Ну так прикольное, знаете, приятное. 208 лир. Ну, на таких сандалечках, понимаете, не подойдет. Как смешно. Вот еще такие маечки есть по 50. Кофточки. Блузочки, вернее, по 70. Я померила 3 платья, мне не подошло. Одно большое, второе маленькое, третье не под мои сандалечки.
Ну так, в принципе, есть что посмотреть, можно зайти. Что я вам скажу, пока я и шла к ЛТБ, у меня уже батарейка разрядилась и в телефоне, и во мне. Так что иду я домой подзаряжать и одну, и вторую батарейку. Видите, уже индрим. Ой, пойду крем зайду, посмотрю свой. Потому что может на скидке. Хотя у них когда скидка, то еще дороже получается. Мне для тела крем просто, знаете, улетает. Тела много. Мажешься постоянно. Так, 14,90 тот, что по 200 миллилитров. Нет, это не скидка. Хотя, может, уже дешевле не будет, не знаю. А вот тот, что 300 миллилитров. Тот, что 300 миллилитров, 18,90. А сейчас я так посмотрю. Знаете, хорошо, вот на Ишикларе подряд все магазинчики вот эти косметики стоят. Видите, сразу гратис идет. Здесь 50% скидка, если у вас есть карточка гратис. И если вы купили выше, чем 50 лир, тогда дополнительный счет 10 лир есть. Посмотрим. Карточка я не беру с собой. У меня где-то валяется, я просто номер телефона говорю и все. То есть тут, в принципе, уже давным-давно. Только Декатлон требует карточки. Так, смотрим на мой крем. Чё, кафе Дерсенес? Ну, нормально. 300 миллилитров. 24,95 было, стало 14,95. Ну, а вот в косметике оно 18,90. То есть 300 миллилитров, да, я ничего не путаю. То есть здесь все-таки выгоднее на 4 лиры. Да. Ну, вот все вот эти Rimmel. А ну почем моя помада? Еще она, конечно, есть. Вот, обычно она 49,95, а ого, на скидке 30 лир. Тогда на скидке была намного дешевле. Я решила, вот мое авокадо, только одно проросло. Я посадила просто потому, что я очень спешила, мне не было времени искать что-то. То есть я купила быстро землю, положила вот пенопласт, как бы дренаж, мне так сказали, что можно делать. И посадила 4. И ну, я смотрю, одна вот как была, так и есть. Я поэтому купила сегодня только один, вот такой, да, большой. Потому что мне сказали, что нужно длинный, а просто длинного узкого не было. Посмотрим. Сейчас буду пересаживать. Если еще у кого-то там корни появились, тогда и другой пойду куплю. Этот, как это, бочоночек и пересажу. Все равно Тахта Калын, там, где я их покупала, оно рядышком. Пожелайте мне удачи. Вот такой у меня сейчас росточек. Посмотрим, как он в этом горшке будет расти. Ну, пока растет, пока даже в том пластике рос, я думаю, уже выживет. Видите, так прям нормально. А те еще не хотят. Там у двоих корешки как бы чуть-чуть что-то там видно. Не знаю, назад их втыкнула в воду. А этот на балконе у меня стоит. Красавчик.